Привет, мам. Привет. Алло. Алло, привет. Алло, мам, занята? Алло, мам. Алло, привет. Привет, как ты? Алло, мам, не занята? На солнышко. Да, дочь. Алло. Алло, да, привет. Привет, мам, не отвлекаю? Привет, не отвлекаю? Да, сынок. Алло, привет. Да, говори я. Алло, можешь говорить, да? Да, слушай. Алло, привет, ты не занята? Алло, привет, мам. Алло, бабы. Алло. Привет, пап. Алло, мам, ты не занята? Алло. Алло. Алло, мам, привет. Алло, Таня, что? Алло. А. Да, мам, не занята? Да, Викунечка. Алло, привет, мам. Алло, сыночек. Я тебя люблю, мама. И да? А я тебя еще больше. Я тебя еще больше люблю. Ты у меня самая единственная. Спасибо. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Хорошо, что? Да ничего, просто. Сынулька, давай, я просто занята, что? Да, без проблем. Ну, я тебе потом перезвоню, хорошо? Ну, звони, если хочешь. Я хотел сказать тебе, я тебя люблю. Спасибо. А что ты так решил сказать? Да, ну, так просто решил. Ты чокнулся? Алло. Алло. У тебя все нормально? Да, нормально. Ты просто так позвонил. А что вы делаете? Я в туалете сидел, сейчас отдыхаю. В каком туалете? Да в школе, ждал конца урока просто. Ты же не ходишь в школьный туалет? Нет, я просто сидел там, ждал. Я же в коридоре. Я поняла. Ну все, давай. Дух, я тебя тоже люблю, пока. Давай, пока. Говори. А я просто хотела сказать, что я тебя люблю. Мама, ничего не случилось, просто. Точно, все хорошо. Я тебя тоже люблю. Ну все, ладненько, мне пора тогда. Что, и все? Все. Тем-тем. Сейчас? Тем. Моя ласточка. Мама, точно все в порядке? Мама, все хорошо. Это я тебя так давно не говорила, конечно, этого, но я тебя люблю сильно. Спасибо большое, я тебя тоже. А что с тобой случилось? Все в порядке. Так просто. Спасибо, я тебя тоже люблю. Да. И очень-очень. Спасибо. Ну ладно, давай. А папу ты любишь? Люблю. Сильнее, чем маму? Да. Одинаково. Одинаково. Ну хорошо, мы тебя тоже любим. Да. Я хотел сказать тебе, что очень люблю тебя. Да. Чего? Просто так. Я тебя тоже люблю. Хорошо. Да. Слышишь? Да. Хотел сказать, ну, там, редко говорю тебе, я люблю тебя. Что такое? Ну, ничего, ну, сказать надо. Чё? Кто тебе тогда зовут? Я да не буду. Да нет, ну, сам решил позвонить. За минутка доброты. Ну, а что нельзя? Можно, конечно. Спасибо. Я вот уже дома сходила на почту, забрала посылку и собираюсь идти дальше. Ждать, а ты как? Да вот, я тут ненадолго отлучился в туалет, чтобы сказать, что я тебя очень сильно люблю. Ты что? Ничего. Да ничего не случилось, просто так хотел сказать. Чего? Да. Кем-то подходим на что-то? Нет, это я так от себя. Так. Ну? Ну? Что говоришь? Да ничего не случилось, я просто хотел позвонить тебе, сказать, как сильно тебя люблю. Я тебя тоже очень-очень сильно люблю. Я хотела тебе сказать, что я тебя очень сильно люблю. Что случилось? Ничего. Не поняла, Лера, в чем дело? Ничего. Лера, скажи мне, что случилось? Мам, ничего, просто так. Что там у вас происходит? Мам, просто так. Ты меня до этого, до истерики ты ведешь, Лера. Мам. Все нормально? Да.
Все, давай, хорошо. Я тебя тоже. Привет, дорогой. Как дела? Хорошо. Я тебе хотел сказать, что очень сильно тебя люблю. А что ты уже накосячил? Да ничего, просто так позвонил. А за что любишь тогда? Ну, просто. Ладно, давай уже признавайся. Я хотел сказать, что я тебя очень сильно люблю. И что ты хочешь? Потому что знаешь, по анекдоте, да? Мам, я тебя очень сильно люблю. Что случилось? Сколько денег надо? Не, ну можно полторы там накинуть еще. Да ладно, что сразу деньги, да? Я ж тебя спрашиваю, как у тебя дела? Ну и что дальше? Что такое, в школу вызывают? Или что случилось? Не, не вызывают. Просто решил позвонить. Ага, просто решил со школы позвонить. И все утро... Не, ну и все утро пытаешься мне позвонить. И что-то вот очень настойчиво. До этого три дня, грубо говоря, было тишины. А тут ты мне звонишь. Солнце мое, а ну-ка, лись, что случилось? Ну говори, все, люблю давай, тебя. Все, ничего, давай я тебя тогда через час наберу. Сейчас сказал, я тебя просто люблю, да, через час не, ну я тебе да, скажу, да. Что я от тебя хочу. Давай говори сразу, что да ты ничего от меня не хочу. Если честно, а если серьезно, могу взять и поделить ценной информацией. Да все нормально, ничего не хочу. Я хотела тебе сказать, что очень тебя люблю. Что ты хочешь, что денег надо? Не, ну это тоже, конечно. Они никогда лишними не будут, но просто очень люблю тебя. Офигеть просто. Это что за новость такая? Я чувствую подвох где-то. Подвоха нет, все очень искренне. Иди в жопу. Спасибо, мам. Привет. Можешь говорить? Да. Я хотела тебе сказать, что я очень сильно тебя люблю. Да? А что такое случилось? Ничего, просто хотела сказать. Да? А что это? Тебе не праздник какой-то? Ну, просто люблю тебя очень сильно. Что, уже натворила что-то? Да что говорить? Нет, просто. Я поняла, ну хорошо, тебе тоже. Да, я только что отвлекся, хотел сказать, что я тебя люблю. А с чего это вдруг? Да просто так позвонил. Что-то натворил уже? Да нет. Нет. Нет, просто так позвонил. Это мне очень приятно слышать. Ну. Но только в том случае, если это бескорыстно и... Да просто так позвонил. Да? Да. Ну хорошо, я тебя тоже очень люблю. Ну, спасибо. Ну а позвоню тебе сказать, что я тебя люблю очень сильно. И я тебя тоже люблю. Сына, что случилось? Ничего. Занят. Все нормально. Хорошо, что я сижу здесь на мешке. Зай. Что? Все в порядке? Все нормально. Ты жжешь. Ну, смешно. Чего тебе смешно? Мне приятно. Ну вот. Данюх. Ой, ну все, у меня день сегодня самый замечательный. Я хотела сказать просто, что я тебя люблю. Кому? Тебе. Ты мне звонишь, так сказать? Да. Спасибо, я тебе тоже. Давай туда, удачи на работе. Я просто решила позвонить тебе, сказать, что очень сильно тебя люблю. Что тебе уже потребовало? Ничего, я просто так. А что ты российская разговариваешь? Может, украинская. Ну, давай. Ты в школе? Да. Да? Все добро в тебе? Да. Да? Да. Мам, давай я тебе бизнес еще перезвоню. Я тебе так кошку хочу. Я хотела тебе сказать, что очень сильно тебя люблю. Спасибо. Что-то случилось, дочь? Нет, просто... Да, хотел сказать, я тут сижу, вот, хотел сказать, что очень сильно люблю тебя. Я знаю, что редко говорю, но решил позвонить. О, я тоже люблю, приятно. Ну ладно, давай тогда. Давай. Это, бабуля, я тебе позвонил и решил сказать, что я тебя очень сильно люблю. А что случилось? Да ничего такого, я тебе через полчаса позвоню. Все нормально. Подожди, Денис.
Нет, Денис, что-то случилось, скажи мне быстро. Не, бабуль. Не ври, говори. Да, бабуль, мы говори. Снимаем съемку. С всем уроком. Мы звоним родителям и говорим, что мы очень сильно вас любим. А ты не выпил случайно? Ты не пугай меня, мне же страшно. Бабуль, ты знаешь, что я футболист, я не пью. Ну скажи, что случилось? Все, это истерика. Давай, бабуль. Я звоню, чтобы сказать тебе, что я тебя очень сильно люблю. Ну вот просто решил позвонить и сказать. Ты на приколе или в шорт? Нет. Что за цирк? Ну вот захотелось мне позвонить и сказать. Ты нормальный? Да. Ты где сейчас? В школе, мы еще на съемке. А че? Артур, я за тебя переживаю, что такое? Все нормально. Что мы мысли? Я позвоню потом. Я просто хотела сказать, что очень сильно тебя люблю. Да? Да. За что? Я что-то хорошее сделала уже или что-то плохое? Я просто не могу поверить. Просто так. Спасибо, моя доченька. Я тебя тоже обожаю. Все хорошо. Ты напрягла чутка. Да. Точно? Да. Чего ты плачешь? Все хорошо, ма. Я тебе потом перезвоню. Не, ребенок, стоп. Привет. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Что случилось? Это все хорошо. Да. Звучит так, как вроде что случилось. Все нормально. Просто захотелось сказать, что я тебя люблю. Я тебя тоже очень люблю. Я тебе, мам, звоню. Хочу сказать, что я тебя очень сильно люблю. А что случилось? Да ничего не случилось. Просто хотела позвонить и сказать, что я очень тебя люблю. Блин, а с тобой все нормально? Да все нормально. Точно? Да, точно. А ты меня любишь? Конечно. Ну, я рада, что это взаимно. А ты где? В школе. Да. Блин, не точно у тебя все нормально? Да, все нормально у меня. Точно? Точно. Ты меня пугаешь. Да все нормально. Но я тебе потом перезвоню. Да, нормально все. Я звоню тебе сказать, что я тебя очень сильно люблю. Это моя мама. Мне очень приятно, я тебя очень люблю. А что такое? Ничего, просто. Просто захотелось позвонить и сказать, что я тебя люблю. Класс, а ты в школе вообще или где? Да. Да у вас там урок, наверное, такой. Нет, я просто вышла сказать это тебе и все. Ну, не важно. Все, ладно, давай, я тебе перезвоню. Расскажи, что это такое? Это эксперимент какой-то? Да, я просто вышла на перемену сказать тебе это все. Давай, я тебе перезвоню. Я тебе хотела сказать, ну, я тебе просто давно такого не говорила, что я тебя люблю сильно. В смысле, Вика, ты чего? Все в порядке, мам. Нет, не все в порядке. Мама, все в порядке. Я просто тебе такого давно не говорила, вот решила позвонить и тебе сказать. Вика, ты меня пугаешь. Мама, все в порядке. Чего ты? Ты вроде как плакать собралась. Нет, все в порядке. Мама. Нет, Вика, ты мне как-то это самое. А что? Говорю, как ты там? Хотела тебе сказать, что тебя очень люблю сильно. Я, мама, тут учусь. Ну, молодец, но я тебя люблю, а ты? А что? А ты любишь маму? Ну, да. Да? Ну, все, давай, пока, сынулечка, созвонимся вечером. Давай, пока.